Насте на 4 десятые меньше, чем у Алины Горнасько. А на площадку вышла Ульяна Травкина и ее упражнение с обручем. В тишине постучалась в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, где тебя носила? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Ну, как в сказке скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Вез я где-то был за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Ульяна Травкина, Москва, Ювента. Ульяна Травкина, Москва, Ювента. Справилась неплохо Ульяна, но были трудности у нее с предметом. Кое-где немного теряла темп. Не везде поддавался обруч, но Ульяна умело выкручивалась из ситуации. Все на свете было не зря, не напрасно было. Ну, как